Банк России сообщает о новых мошеннических схемах хищения денег с банковских счетов, которые активно используют тему коронавирусной инфекции. Преступники обзванивают граждан, обещая им отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусом и даже участие в волонтерских организациях. В итоге все сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС, либо самостоятельно провести платеж на некий счет. Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароль из СМС, ни под каким предлогом. Это и фишинговые рассылки, это и электронные письма, связанные с обещанием получить какие-то льготы, возврат денег по авиабилетам, возврат денег по другим направлениям, и предоставление кредитных каникул и прочие вещи, связанные с коронавирусом. Мы внимательно следим за развитием ситуации, мы стараемся предотвратить появление таких фишинговых ресурсов и, конечно, постоянно мы находимся на контакте с кредитными организациями и с правоохранительными органами. Хотел бы обратить внимание, что всю необходимую информацию вы всегда можете получить на официальных сайтах государственных органов, на сайте Центрального банка и на сайтах кредитных организаций. Если вас действительно беспокоит что-то, связанное с коронавирусом, настоятельно рекомендуем обращаться именно на эти ресурсы и не вестись на так называемые письма счастья, где вам обещают золотые горы и возврат денег.